Евгений Тютюков стал главой Соловков. Большинством голосов его утвердили местные депутаты. До недавнего времени Тютюков был исполняющим обязанности руководителя агентства по развитию Соловецкого архипелага, участвовал в разработке стратегии развития острова. Работы новому руководителю поселка хватит, слишком уж знаковое место, а интерес к островам с каждым годом лишь усиливается. Самое главное для меня, конечно, это продолжить то, что было сделано и подготовлено за эти годы. У нас сформировалась достаточно хорошая команда и на Соловках, и в правительстве области. У нас есть поддержка федерального центра. Я считаю, что все то, что у нас сегодня есть, нужно грамотно реализовать и, конечно, работать вместе одной командой на благо Соловков. Проблем очень много людей нуждаются сегодня в помощи. Может быть, Соловки – это такое место, где происходят очень большие события федерального масштаба, масштаба всей страны, но есть конкретные истории конкретных людей, которым сегодня нужно помочь. Сегодня в поселке Уимский Приморского района зажгли факел, символизирующий приход природного газа на эту территорию. 13 домов уже газифицированы. Да! Ура! Здесь подведен водопровод, электрификация сделана, дорога сделана. А теперь вот подключили газ, и это очень важно, потому что люди будут получать отопление и горячую воду. Я считаю, что это будет дешевле и для наших людей более выгодно. А всего за 10 лет голубое топливо стали использовать в сотнях муниципальных и частных домов области. Природный газ экономически выгоднее того же мазута, поэтому газификация региона будет продолжена. Гражданам Архангельской области предлагают сдать оружие за деньги. Такая процедура проводится в регионе уже 9 лет. Только с начала этого года на возмездной основе от граждан поступило 70 единиц оружия, порядка 6 тысяч патронов, 901 взрывное устройство. Все это оценено более чем в 2 миллиона рублей. С 24 декабря перестает курсировать поезд «Архангельск-Котлас». Железнодорожники объясняют это малым пассажиропотоком. Всю подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать на сайте РЖД и по номеру телефона, который сейчас на ваших экранах. В Кинозерском национальном парке завершили съемки фильма «Сказки о маме». Действие происходит на севере, в глухом краю озер, лесов и оживших сказок. Главный герой – реальный человек, коренной житель севера, рыбак-философ. Авторы картины хотели показать ускользающую красоту старины и духовного мира человека. Кинозерье – это совершенно неисчерпаемая натура, это красота природы, красота девственных нетронутых ландшафтов, уют северных деревень, это жилые, живые деревни с замечательными местными жителями, которые становятся героями этих фильмов. Весь воздух Кинозерья просто пропитан эпической поэзией, сказками. И они там живут, и сказки становятся реальностью в Кинозерье. И мы очень надеемся, что у этой сказки, у этого фильма будет очень добрый и счастливый конец. На большой экран фильм «Сказки о маме» выйдет примерно через год. Возможно, северяне станут первыми зрителями. Общественная палата опубликовала рейтинг самых добрых городов России. В первую десятку входит и Северодвинск. В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Якутск. Интересно, для того, чтобы стать самым добрым городу, необходимо прославиться добрыми делами. В акции участвует более 5000 россиян, которые выполнили уже более 1000 добрых дел. Помочь своему городу может каждый из нас. Все подробности на сайте добродела.рф. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И в завершение выпуска о погоде. Сейчас в Архангельске -1. Вечером синоптики обещают небольшой снег. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами.